А мопеды-то, которые я купил на месте? Детвора, тихо там, детвора, смотрите, кого я привел. Один потерялся где-то там. Ты что, дебил? Смотри, там. Вот сейчас Женечка найдешь. Иди. Вот смотри, какой я рокер нахрен бешеный. Вот смотрите, вот моя кобыла, байк мой. Подождите меня, как делаешь? Да он дебил. Кобыла, смотри, какой нашелся. Заходи, подписывайся на канал Алекса, где ты сможешь найти очень много крутых и смешных роликов в стендап-стиле, которые точно поднимут тебе настроение на весь день. Ссылочка на него будет в описании. О, Женечка, ну чё сегодня делать будем, а? Ой, не знаю, что-то пожрать нечего дома, когда-то может папочка там придёт. Не знаю, у меня вообще настроение... Я пришёл, короче, еды не будет, я купил новые байки. Мопеды купил. Ой, ну и чё, я ещё эти байки... Ты на деньги на еду купил мопеды? Ты вообще с ума сошёл, папа? Да, я всегда в детстве хотел быть байкером, сегодня я буду байкером. Хотя, мопеды... А, я бы покатался, ну ещё пойду посмотрю, какие там байки есть. В гараже, да? Да, в гараже. Женечка, а ты покушай, сварганить там что-нибудь? Да, сейчас сварганю. А еды-то нету, что варганить-то? Где варганить? Что варганить? Вон эти байки. Хлопай. Он совсем дебил. Призрачный всадник какой-то. Женечка, что происходит? Мне кажется, Эдичка приемный. Вот. Вот говно. А мопеды-то, которые я купил на месте? Детвора, тихо там, детвора, смотрите, кого я привел. Один потерялся где-то там. Ты что, дебил? Смотри, там. Вот сейчас Женечка найдешь. Иди. Вот смотрите, какой я рокер нахрен бешеный. Вот смотрите, вот моя кобыла, байк мой. Подождите меня, как делаешь? Да, он дебил. Кобыла, смотри, какой он нашелся. Йохан Бубас с таким пацанами познакомился вообще там в байкер-клубе. Женечка, ты вообще нормально? Да нормально, зажишь, Женька, смотри, кого у меня прикид нафиг. От бабенца ты меня что-то наварганила там от дома, от что-то. Спагетти какие-то. Очень. Моя сел, не хочет бегать. Ой, да нормально. Ты привязан, папочка, ты привязан. Ой, папа, дебил у меня какой-то. Ты ко мне привязан, не отпущу я тебя. Гори, сволочь. Пошли, короче. Куда пошли? Что происходит? Ты хоть с батей разговариваешь, говно. Ой, батя, не беси меня. Короче, я стал байкером. Сейчас всех научу. И тебя. Да бежи меня, придурок! И тебя, Жендос, научу байкером быть. И тебя, попадос. Я ничего не понимаю, что происходит. Короче, сейчас грабить будем магазины, сейчас байкерами станем. Татухи набьем. Где кобыла? Где кобыла? А вот кобыла моя. Отвези меня. Ну что, короче, слушайте сюда. Вот кто байкером хочет быть? Кто вообще крутым пацаном хочет быть? Слышь, батя, и ты, девуля моя. Кто вообще крутым хочет человеком быть? Дедечка, вот... ты вообще... Да, лайки нужно. Очень много лайков посадить. Хочет быть крутым. Вот, девуля, хочешь крутой быть, а? Хоть бы лошадь, говорит, кобыла. Иди сюда. Вот, Женя. Женьдос. Женечка. Вот крутой хочешь быть? Ну да, хочу крутой быть. Ну, батяню я не спрашивал, он и так лохопуд. Короче, много лайков нужно, а вот... Ты с батей разговариваешь, говно. Пока. Кобылу верни! Сюда пошел. Ладно, у меня осел больше нравится. Оно свалило своего осла. Так, короче, меньше разговоров, больше дела. Пошли, там нужно дела замутить. Пошли, Женечка. Пошли, Женечка. Ай, ты призрачный гонщик. Пошли за мной. Женечка, мне кажется, ты маленько горишь. Да нормально, гонщик, садись. Мой осел умирает. Ой, пошли сюда. Куда я ехал? Батя, не психуй. Осел. Женечка, сюда. Женечка, иди сюда. Папочка, ты будешь без осла, пойдём. Женечка, паркуй кобылу. Вот. Ага, ты паркала кобылу. Я уже тут договорился, батя, слышишь? Сейчас будем Женечке татухи бить. Женечка крутая у нас будет. Татухи, мы же все байкеры будем. Вот смотри, я уже договорился. Вот, иди. А деньги заплатить, может там это, нет? Какие деньги? Костер у нас вообще мелкий. Давайте, бейте этого костера. Какие деньги? Папочка, помогай. Бейте его, уже... Короче, ладно, вы там... Во, молодца. Вот все, папа у нас кассиром будет. Давай, залазь, Женечка, залазь вот сюда. А что, как татухи бить? Татухи сейчас будем, вот. Давай, ложись. Папаня, держи ее. Русалку голую на жопе. Да, ложись на пузико, ложись. На живот. На пузико? На пузико, давай. Жопу свою выставляй уже, наконец, вот, да. Вот так вот? Папа, что бить будем? Русалку на жопе? Русалку на жопе. Короче, Петрович, русалку вот тут на правой ягодице, а на левой что будем Женечка. Бить? Пони давай. Я что-то не то. Да все нормально, батя, не психуй. Давай, короче, Петрович, он давай. Он начал разговаривать как беззубый. А-а-а, бью! Давай. Я делаю, хватит.
Да там ничего еще нет, он только уколол. Так, я не могу на это смотреть, я сейчас как глянул. Нет, пожалуйста, не надо пупить, нет, давай, да, короче, вы тут бейтесь, папань, давай выйдем отсюда. Подождем Женечку. Ой, ну это вообще подтянет, отдохнуть немного надо. Да моя кобыла тоже убежала, Женечка. А чё, пацанчики, здорово! Батяня, смотри на это! Что с тобой произошло, дура? Йоу, я теперь крутая, да? Бекерша, Бекер, зачем ты вообще крест вот тут на сисяндрах набила, а? Да не знаю, решил крест. Ладно, 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 меньше разговора, давайте, идите за мной сюда. Чё, куда мы идём? Короче, крутая баба, да? Жендос, мы сейчас вообще крутые, нужно вот этого лохопуда научить хотя бы что-то делать. Да я вообще всё умею. Батяня, да ни хрена ты не умеешь. Вот смотри, байкеры нужно... Вот смотри, должны справляться офигенно просто с пушками. А ну давай по бутылкам постреляй. Да не у меня, дебил, а по бутылкам вот давай стреляй. Давай, давай, стреляй. Раз, готово. Жендос, Жендос, тебе тоже надо, давай будем... Ща, я нафиг тут всё забью. Пяу, 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 пяу. У нас после этого будет отважное задание, просто офигенное. Да не меня стрелять, дебил! Вот! Короче, лохопуды. Да все, меньше разговора. Вот сейчас у нас вообще задание просто супер. Нужно, короче, магазин тут один ограбить и все, весь кэш себе забрать. Ну все, пойдемте, ё! Давайте, давайте, тут как... Чего? Кто тебя такого вообще научил? Да я ж неделю где-то там гулял, неважно, сейчас сам со всеми познакомимся. Пошли, лохопуды. Пошли. А куда идем-то, куда идем? Да, Жендос. Мне не нравится, когда у нас называют лохопуды. Кобылу свою забирай, давай, поперли. А где моя кобыла? Идем. Моя пропала куда-то. Вот, короче, вот тут магазин есть, только там бандюганы с другой банды, поэтому поаккуратнее. А ну, Жендос, давай разберись по пандополам. А ну, давай. Йоу, иду, йоу! Да помогите, меня бьют, пожалуйста. Давай, давай, Жендос, свали, давайте, вали. Давайте, сажусь на машину. Машину сажусь. Да какую машину? Дура. Бью. Да. Бейте его. Убейте. Папаша, помогай. Давайте, у меня уже патронов нету. Валите его. Давайте, разбирайтесь. Просто хлоп-хлоп. Да, что вы так? Да бейте. Давай в огонь его толкайте. Давай, в огонь. Я их мотоциклы покажу. Вот, всё, супер. Сломаю. Короче, взрывы. Пам! Шо, вы как школота какая-то паршивая. Короче, вот магазина, нужно его грабануть. Давай. Давай, беги. Давайте, мы отвлекаем Папандопола, давай, забирай весь кэш. Давай. Папа, забирай пушки. Забираем бабки. Так, ящик яблок, давай, можем тырить. Да все, валим. Ну что, давайте, валим. Мы сдаемся, не трогайте, пожалуйста, заберите все деньги. Все деньги забирайте. Заберите меня в тюрьму. Быстрее. Эдичка, что делать-то? Ты говорил, что мы крутые. Папа. Да все крутые в тюряге сидят, поэтому все нормально, Жендос, давай расслабляться. Какой расслабляться, папочка, я не хочу с этим дебилом сидеть. Все нормально, Жендос. Просто гибридный у нас родился. Подожди, ты чё совсем дебил? Ты призрачный всадник, алё! Мы ж байкеры, мы ж крутые, никто не сбежит. Начальник нас не выпустит, ну начальник не выпустит. Папочка, что делать? У меня план. Какой у тебя план? Никакого плана нету. Батянь, сейчас тебя начальник закукошит там. Папочка, ты мне кажется, ты зря это делаешь. А что нам теперь делать? Да еще Жендос, он лох оказался, мы крутые. Мы в тюряге будем сидеть. Давай, короче.